Ты же молодой человек, там же до старше там его брат. Мы приезжаем сюда каждый год, в сентябре и в мае. Я член клуба «Достоинство». У меня отец был репрессирован в 1938 году. Расстрелян на третий день после того, как его взяли. Мне было 3 года тогда. Нас осталось 5 детей у матери. И слепая его мать. И, конечно, огромная тяжесть пала на судьбу матери моей, которая нас вырастила, выучила. Здесь похоронен мой брат Каклин Юзеф. Рожден 11 июня, июля 1919 года в Сапоцкине. Это около Градна. Был подпоручником в жандармерии. Взятый в неволю в Вильне. Погиб в Медное. Был на первой листе 5 апреля, апреля 1940 года. Мы с Сопоцким в 40-м году, 13 апреля, были ссыланы на Сибирь, в Казахстан. Матери, моей сестры старшие, и были там 6 лет. Дамы и господа, друзья, я хотел бы сказать несколько слов благодарности и людям, которые здесь работают, и со многих городов ближнего зарубежья. И для всех, для нас, посещение этого места всегда было неизгладимым впечатлением. Важно христианское осмысление всего происшедшего. Мне радостно видеть, когда я прохожу польское кладбище, высоко вознесенные кресты. Заместитель губернатора Тверской области Юрий Владимирович Цыганов.